Да, все не получилось. Если такой счет, то, наверное, даже сказать добавить нечего. Все говорит счет на табло за эту игру. Первая игра с Ростовом 1-1 казалась слявый оптимизм. Сегодня абсолютно другое. Может, какие-то есть понимания, что пошло не так? Ну, это мы разберем, что пошло не так. Да я еще раз повторюсь, вообще все пошло не так. Не так мы планировали играть, и ничего не получалось в атаке. И 4 мяча в обороне, мы так не можем играть. Если мы хотим сохраниться, то мы вообще не должны пропускать. А тут сразу 4, тут... Я даже не знаю, как это назвать. Дмитрий Оленичев на пресс-конференции сказал, что присутствовало равнодушие в игре команды. Это так или он все-таки перегибает? Не было равнодушия? Ну, он главный тренер, ему видней. Скажите, первый гол все-таки стал решающим или были шансы зацепиться за очко? Да, были шансы. Вот в первом тайме понятно, что не особо. Ничего не создали. Во втором тайме чуть быстрее начали мяч двигать, какие-то подходы были, но опять же, ноль ударов в створ, так, ну, так мы не забьем. Вот и все. Я, честно, не видел, потому что я находился на противоположной бровке и повтор даже не смотрел. Не знаю, тяжело сказать. Состояние поля, погода, сегодня? Да нет, для такого времени года отличное поле. Ну, не сравнивайте Сочи, там другой климат, и я считаю, там новое поле пересели. Понятно, что там, я думаю, получше, но опять же из-за климата и из-за нового газона. Тут, опять же, повторюсь, для этого времени года хорошее поле, которое позволяет играть в футбол. Инцидент с задержкой багажа как-то сказался на вашем? Нет, честно, нет. Ну, давайте уже будем все приписывать. Поле, багаж. Мы вышли играть, и надо было играть. Ну, еще раз повторю счет на табло. Hyundai.